Меня зовут Савельева София. Я стартовала сегодня в зимнем кубке молодежи по конкуру Максима Стейблс. И я ехала маршрут с высотой 130 сантиметров. Стартовала по классу юниоров. Заняла первое место. Маршрут был очень насыщенный, очень много было связок, и буквально одна сменяла другую, не было времени как-то передохнуть, восстановиться. Это, получается, был второй маршрут, мы сначала ехали 120 сантиметров, заняли второе место, и на 130 я очень переживала, что конь будет уже уставший, что не хватит сил и энергии прыгать достаточную высоту и достаточную, вот эту вот, я опять повторюсь, насыщенность. Но он очень молодец, он сразу собрался. И я прям поняла, как только я поднялась в галоп, что мы проедем его хорошо. Пока ходили по маршруту, он, к сожалению, был полностью составлен уже, по-моему, 15 минут было до начала маршрута, когда поставили все барьеры. И когда мы смотрели дистанцию, это был первый проезд, он был тройной. Первая дистанция, там стояли барьеры, второй барьер стоял так, что мы посчитали, дистанция была 5 галопов. Когда я поехала по маршруту, я прыгаю и смотрю, что здесь, ну, явно не 5. И я сделала 6 абсолютно четких, но, ну, вот, увы, был некоторый дискомфорт, потому что тренер сказал делать 5, я делала 6, но абсолютно чисто прыгнули, хорошая дистанция была. Я довольна конем, я, в принципе, довольна собой. Есть некоторые моменты, с которыми бы хотелось поработать. Допустим, к тройнику я подошла достаточно близко. Побоялась сделать дистанцию, ну, более далекую, потому что там нужно было из угла наехать. Но я не помешала коню, достаточно ровно подошла. Мы выполнили свою задачу, я довольна, тренер довольна. Так что все хорошо. Меня зовут Жанна Зейферова, я тренер Софии Завельевой. Она сегодня выступала в категории юниоры в высоте 130 сантиметров и заняла очень неожиданно для меня, но очень приятно для меня, как для тренера, первое место. У Сонечки был достаточно большой перерыв по учебе, она поступала в институт, потом там первый курс, и у нас был длительный отдых, и у коня, ну, конь в тренинге был, но постольку-поскольку. И Соня также, стартовый опыт у нее был, конечно, но это было давно, и она очень переживала. И задача у нее была, мы даже сначала проехали высоту поменьше 120, чтобы втянуться. Там она тоже с этим прекрасно справилась, заняла второе место. И вот пенером поехала 130. У нее была задача проехать максимально без ошибок, то есть сделать нужное количество галопов дистанции, повороты. Маршрут хоть и скоростной, но мы не планировали ехать на скорость. Мы делали даже достаточно большие заезды, всего одну подрезку выполнили. Но вот так вот неожиданно для меня сложилось очень приятно. Я прямо в восторге была, что Сонечка и Панучи оказываются действительно в хорошей форме, и перерыв не выбил их из колеи, и они приехали и победили.